В Омске следователи проверяют школу, в которой накануне отравились несколько учеников. Утром на уроке не явилось 17 детей. Одного 15-летнего школьника госпитализировали. По предварительным данным, учащиеся почувствовали себя плохо после того, как поели в школьной столовой. Следователи осмотрели помещение кухни, изъяли документацию на поставку продуктов питания. Проводятся опросы сотрудников администрации учреждения и пострадавших. По результатам проверки действиям работников школы будет дана правовая оценка, а также рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела. Дети почувствовали недомогание после того, как покушали в школьной столовой. В меню была колбаса с маслом, бутерброды с маслом и сыром, также макароны с маслом и манная каша. Соответственно, либо колбасой, либо маслом могли отравиться дети. Всем 10 детям, которые обратились за медицинской помощью, уже выставлен диагноз – это острая кишечная инфекция. На следующий день в школу не пришло 17 учащихся. Следователи сейчас, кроме этих 10 детей, устанавливают обстоятельства отсутствия в школе еще 7 детей, опрашивают их. Некоторые из них поясняют, что также вынуждены были остаться дома, потому что чувствовали недомогание. По данным Департамента образования Омска, за медпомощью обратилось только 7 учеников. При этом не все заболевшие дети питались в школьной столовой. Поэтому говорить о том, что в учреждении обнаружена кишечная инфекция, пока рано. В ближайшее время будут известны результаты исследования продуктов.